друзья мои, хожу и вспомнила стихотворение. Когда-то моя дочь рассказывала, а я сейчас хочу его выкласть. Может, у кого-то есть внуки, у кого-то есть детки. Очень прекрасный стих. По базару гриб ходил, деткам шапок накупил. Детки стали на носочки, чтоб их видели в лесочке. Говорит отец: грибки, не вставайте на носки, спрячьте шляпку под листки. Ходит бабка за дубами, попадете в борщ с грибами. Вот такой красавец.